Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на канале «Почувствуй себя снова хорошо». И сегодня в прямом эфире мы с вами говорим на такую тему, как дисплазия соединительной ткани и как себе помогать, как восстановиться, как не дать разрушиться. Что такое дисплазия, да, соединительной ткани? Это такое, можно сказать, заболевание. Нет, не заболевание, скорее износ. У кого-то это бывает и как заболевание диагностируют. В общем, внутренние органы, кожа, хрящи, суставы, межклеточное пространство, все это и есть соединительная ткань. И бывает, вот когда у человека куча-куча всяких заболеваний, там ЖКТ, грыжа, опорно-двигательный аппарат, кариес, аномалии глаз, в общем, ну, куча всего. Бывает это просто сердечно-сосудистая система, а бывает все и в комплексе. И далее полный список ДСТ вы можете посмотреть в интернете. Если у вас диагностировали ДСТ, либо вы думаете об этом, обычно это проявляется как постоянная вегетососудистая дистония, как тревожность, как неврастения, как морская болезнь. Много всего включает в себя эта история. Соединительная ткань включает в себя белок и эластин. Если у вас проблемы с этими историями, то нужно помогать себе. В общем, я вам расскажу, что делать, если у вас это уже есть. Во-первых, вам необходимо ежедневно использовать комплексы, которые будут поддерживать вашу соединительную ткань в зависимости от того, где обнаружены сильные потери. И самые безболезненные, без анализов, минералы, витамины – это магний, это витамин С, это желатин, бывает он как коллаген. Желатин в неактивной форме, честно говоря, неэффективен. И давайте я расскажу о себе, что у меня и как я с этим справлялась. У меня опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система и, ну, также бывает обострение ЖКТ. Как я себе помогаю? Лично я использую активные минералы ежедневно. Я использую комплекс витаминов, подобранный под себя. Могу вам оставить ссылку, какой. Витамин С, магний, хелат. Именно важно в хелатной форме. Друзья, не карбонат, не какой-то другой формы. Во-первых, в магнии все мы дефицитарны. И поэтому очень важно включать ежедневно магний. Далее, суперкомплекс, который включает витамины и, например, цинк. Для меня это супер важный элемент, потому что я постоянно, он конкурирует, бывает, с медью, да, у кого-то, но для меня он прям важный.